Первая региональная конференция по финансовой грамотности и финансовой доступности состоялась сегодня в столице Чувашии. Организаторы уверены, что грамотность и доступность денежных средств – два логических звена одной цепи. Быть финансово грамотным, чтобы иметь доступ к деньгам, причем как юридическим, так и физическим лицам. Об этом говорили сегодня участники конференции. В их числе известные в банковском сообществе эксперты, представители саморегулируемых организаций, микрокредитных компаний, агентств и союзов. По их мнению, малый и средний бизнес постоянно нуждается в средствах, но порой не знает, как и где их найти. Хотя финансовых инструментов поддержки вокруг достаточно. Участники конференции делились своим опытом работы, рассказывали о интересных региональных практиках, микрофинансирования разных сфер предпринимательства. Отдельно обсудили проблему защиты прав потребителей услуг, механизм противодействия деятельности финансовых пирамид, уровень информационной открытости. Во взаимоотношениях двух сторон, потребителей и финансовых инструментов, обязательно должно быть доверие. Только тогда можно говорить о достижении желаемого результата.